Всем привет. Второй день в Лепое. Проснулись, позавтракали. Вот собираемся ехать на море, гулять. Привет, Тим. Привет. Что тебе? Привет. Привет. Скажи привет. Привет. Маманя, скажи привет. А мы все равно. Здравствуй. Здравствуй. Так что смотрим. Приехали в парк. Юрмала спился-то с паркс. Там какие-то детские аттракциончики. Ну, собственно говоря, тут рядом море. Сейчас пройдемся, прогуляемся и пойдем купаться на море. Там дерево, как будто трезубец. Да, а, точно, трезубец. И там три собаки одинаковые. О, три овчарки, смотри. Да, деревья, конечно, прикольные. Вот особенно вот это. А нет, это четыре зубец. Чувствуется море рядом. Парк! Да тут вообще не жарко. Ну ты же в тенечке идешь. Поэтому тебе не жарко. Да, да, шубочку скажу. Еще шубочку, да? Музычка. Музычка, да. Только, блин, на ютубе за такую музычку видосики заблокировать могут. Своей музычкой тут. Там кранчик стоит попить. Водичку. Она что, страшно? Страшно? Я свою куклу покатаю. Посмотри на нас. Это мужик пресло. Майя, куда чешешь? Ну давай, мальчик, давай. Ну, поднялся, давай. А, через бок? Это ты как, это боковой пресс? Я тоже так могу. Я тоже так могу. Это Изи. Пока. Если, пожалуйста, ты же не разберешься. Ну, все нормально. Все под контролем, все чики-пуки. Давай, Люд, выходи, сейчас я. Сейчас вам какой-то мастер покажет. Но я лучше. Мастер, лохмастер. Это не мастер. Все, раз. Отойди. Мастер, вот. Что, лох? Я вот мастер. Я не понимаю, кто там поет. Там, я вижу, никто не поет. Серьезно, там танец был из Фортнайта. Я знаю этот танец. Там типа танец. Люди тут футбольчик гоняют. И тут велодорожка. Все, пошли обратно. Беленький песочек. И вода будет прозрачная. Не такая, как у нас, желтенький. Такие дюны, смотри. Огромные. Где мы вчера были? Что мы купаем? А, в горной реке. Ну, здесь можно купать. Так что поехали. А, мы в водопаде купали. Да, пойдем. У людей? Вот не было. А нет, такой прозрачный.
здесь можно купаться. Здесь купаются. Все, пойдемте на вещи. Сходите, пожалуйста. Такое стеклянное оранжевое здание. Какой-то концертный холл. Провалялись полдня на море. Приехали, покушали, где вчера покушали. В том же месте. Сейчас идем, прогуляемся по центру. Сейчас посмотрим, может, там свободных нету. А, есть салоны. Там сзади есть место, да? Угу. Тут вообще крутая, с моторчиком даже. Пришли тут на причал, взяли катамаранчик покататься, сейчас покатаемся, поснимаем вокруг острова, можно проплыть вот на таких машинках, катамаранчиках. Ну вот, мы уже на катамаранчике, посреди почти реки, либо канала, не знаю. Я тут, я уже устал. Ну, ты хочешь устать? Ну, крути быстро. Хочешь не устать? Крути помедленнее. Я буду уже вниз. Я это делаю. А это просто для красоты, да? Да. А я получу какое-то вознаграждение, что я буду рулить? Постараемся тебе по попе не давать. Нет, сейчас. Я так буду ехать час? Да. Велосипед. Хотя нет, это сложнее, чем велосипед. Если один моторчик очень медленно будет, вообще не плавно. Тут уже, ты можешь не крутить, но вот педали будут крутить. Да ладно! Ты не будешь крутить, я тут офигею, конечно. Нет, я могу себе. Даже не такая ленивая попа. Кто ты? Я хороший человек. Я помощник. Главное не впилиться в этот столб. Опору моста. Мам, я? Ты еще жива? А, все хорошо? Видя. Я могу тут просто лежать и спать. Я крутить и спать. Так вот это такси. Я хотела здесь. Здесь будет прикольно. Там? А крутить кто может сказать? Лисей, ты пустишь Лизу? Извиняюсь, что ты тут даже не для меня. Ну пускай она хочет попробовать. Давай сейчас вместе. Я боюсь. Я хочу лизать туда. Куки-куки. Привет, напарник. Морячка. А это даже как-то... Повернись, Лиска. Надо воду выпить. Нет, ты не успела, Лиза еще. Смотри, они купаются даже. Ну давай, Лиска. Фитнес. Оп, 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 оп. Фитнес акробатический.
Вылетел в баню там, вот там банька кружная. Вышел с баньки. Себе чуть-чуть. На борочке скатываешься. Вот, смотрите. Ой, вот еще какая-то оранжевенькая. Мне вообще нормально. Да, ничего не болит. Мы уже далеко уехали.